блискучість людей у житті трапляється дуже рідко. Вони різні – від кольору волосся до кількості купюр в гаманці. Розкішна білявка звикла жити на широку ногу та купатись в подарунках від заможних прихильників. А пекуча брюнетка економить кожну копійку та досі не може знайти своє кохання. На три дні дівчата обміняються своїми життями. Панянка вперше в житті поїде до провінції, де на неї чекатиме звична сільська праця, яку вона буде змушена робити самотужки. Тим часом селянка житиме у великому місті, де у її розпорядженні будуть обслуговуючий персонал, вишукані делікатеси та елітні салони краси. Чи витримає брюнетка випробування розкішу і чи впорається білявка із тяжкою працею? Дивіться вже за мить у програмі «Панянка-селянка». Welcome to Saint-Tropez. Настав час знайомитись з нашими героїнями. Мене звуть Оксана, 28 років. Живу я в селі Великий Дмитро, Чернігівська область. Мешкає дівчина сама, тому все господарство тягне на собі. Город, кури, коза і аж дві корови – це її щоденні турботи. Тут утро починається в 6-7, поки сонце не встало. Ліленіки жрати надумала, ти глянь. Тихо-тихо, куди пішла? Куди нахрен пішла? Що таке комфорт, Оксана не знає. Туалет у неї на дворі, а миється дівчина у тазиках. Набирається вода, одна йде на тіло обмитися, да? Вторая – помити голову, третя – ноги. Двічі на тиждень Оксана ходить на роботу. Дівчина торгує квітами на місцевому базарі. Заробіток невеликий, та ще й нестабільний. Це початок місяця, то ти в машині стоїть з ринка, там 200-300 гривень. Мальчики і дівчатки, підходимо, покупаємо цвіти. Розпродажа, 50% акція. Не мовчіть, а підходьте. У селі розваг немає, а знайти чоловіка в селі ой як непросто. Та ще й коли тобі вже 28. 28 років, Тетяні, ну вже ж пора. Офіційну свадьбу, фатуж, якесь там платяшко біленьке, правда? Тільки ж треба знайти когось такого гарного, а де такого гарного знайдеш? Мужчин мало, як правило, всі женаті і всі розуміють прекрасно, що плохенький, але своє рідне, і ніхто так просто це не віддасть. Вже зовсім скоро Оксана поїде шукати своє щастя у столицю. Та не це стало головною причиною її участі у проєкті. Дівчина хоче, аби багата красуня, яка поміняється з нею життям, на власній шкурі відчула всю тяжкість сільського життя. Я приглашаю тебе на романтичний уікенд в селі Великий Дмитрович. Я хотіла би посмотреть, чого ти на самом деле стоїш. Зможеш ли ти справитися з звичайною роботою, яку може робити абсолютно кожен житель села? Ось так от. А ось і та, яка три дні житиме життям Оксани. Дівчина блонда, справжнє ім'я Олена, 28 років. Телеведуча, діджей та світська левиця. Вообще изначально это все вообще неправильно, потому что, ну, как мне кажется, что женщина вообще не должна работать. Коханого дівчина блонда немає, тому живе одна у справжній резиденції для принцеси, розкішній квартирі на березі Дніпра. Я очень долго делала здесь ремонт, практически 6 лет. Олена обожнює свій новенький Range Rover, але сама за кермо не сідає. Для цього в неї є особистий водій. Ну, я вообще не понимаю, как можно кайфовать от вождения. Я вообще это не люблю. Та все багатство – це не лише заслуга Олени. У красуні є безліч прихильників, які готові витратити не одну тисячу доларів, аби дівчина була задоволеною. Вот эти мои любименькие туфельки Christian Dior. Это Yves Saint Laurent. Вот эти мои Prada. На самом деле, женщина должна быть ненормальной, чтобы сама покупать себе шубы или дорогие шмотки, или идти на шопинг и вываливать из своего кошелька десятку евро только потому, что тебе захотелось купить две пары брюк, одно платье и три пары обуви. Вечорами наша героїня розслабляється по повній. Її рахунок у престижному нічному клубі перевищує середню зарплатню. А пляшка улюбленого вина може коштувати як квиток на літак до Парижа. Та вже зовсім скоро дівчина-блонда залишиться без усіх привілеїв багатіїв. Чи зможе красуня три дні прожити життям простих смертних? Чесно говоря, я би дуже хотіла, щоб вони мене восприйняли нормально, а не як ненормальну тітку-блондинку, яка, блін, шарашить на шпильках по селу. Ну, я розумію, що, звісно, це буде не дуже комфортно мені, скоріше. –
Настав час дівчатам на три дні помінятися життями. Отже, Оксана маршруткою вирушила до Києва. І вже на столичному автовокзалі на дівчину чекав розкішний джип із особистим водієм. О, здрасте. Ваня, дуже приємно. Взаємно, Оксана. Це, мабуть, вам треба дати. Ви акуратніше, будь ласка, з сумочкою. Хорошо. Опа. Ну, это же не в маршрутке ехать. Машина шикарная. Белый джип такой, стервовоз реальный. Ты что, вообще круто. Пимпочки, телевизоры вмонтированные в сидушки. Тут один несчастный фотончик дома стоит, а тут они даже в сидушках есть. Я на белом рейндж-ровере. Приезжаю в село до клуба. Все поздыхали бы. Бабы нервно начали бы семечки лузать. Коровы перестали удои давать бы. Козы вообще мекать перестали бы. Птицы не летали бы, бо королева приехала. По дорозі в свою нову квартиру Оксана отримала завдання. Отже, у перший день нового життя вона має облаштуватися в новій квартирі, зустрітись із двоюрідним братом Олени та відвідати косметологічний салон. Бюджет на сьогодні – 1500 гривень. Приперлися. А тим часом Олена має на громадському транспорті доїхати до села Великі Дмитровичі, що за 30 кілометрів від Києва. Скажіть, а є у вас ще три місця? Сидячих? Є, да, три місця? Боже, як живу, перша я чи перший чемодан? Не можу зрозуміти. У перший день сільського життя Олена має облаштуватися в своєму новому будинку та зустрітися з мамою Оксани. Її бюджет на сьогодні – 7 гривень. Алло, Мась? Мась, привет. Еду я в маршрутке, в общем. Здесь нет кондиционера, и я еду зайцем. Нет, деньги есть. Я не заплатила за проезд, потому что вот никто и не спрашивал. Красуня вирішила зекономити гроші та проїхатися зайцем. Ну, якщо вдруг пропаду, щоб ти знала, що фіолетові штори, 318 номер, жовта маршрутка. Я в шлях. Ну, модна моя марня, яка. Задняя дверь у них не открывается, передняя открывается только по заказу. Вот с этим можно. Спасибо. Я вышла. Вышла я. А где я вышла? Через півтори години Олена нарешті дісталася селища. І яким було її розчарування, коли білявка дізналася, що їй потрібно пройти ще 4 кілометри пішки. Блять, що це за дорога така? Що мені жальче, Луї Вітон чи ноги? От не можу зрозуміти. Дорога до будинку виявилась довгою, і Олена навіть встигла ознайомитись із місцевістю та поділитися думками щодо сільського життя. Зачем? Я не понимаю, господи, убивать себя на этих грядках, стоят рачки наши, гектар земли. Срака уже такая, ни в одни ворота, блин, не влезут. А оно стоит от этой и полит ту картошку. Зачем эта картошка нужна? Так, я понимаю, что мы прибыли, да? Такой на окраине, да? Поки втомлена красуня підходить до свого нового помешкання, Оксана вже знайомиться зі своїми розкішними апартаментами в елітному районі Києва. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Помогок. Я Галина. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Я помощница Лены по дому. Проходите, пожалуйста. Большая комната для отдыха Лены. О, да. Осваивайтесь, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Это будуар, комната Лены любимая. Мать моя женщина, папа мой мужчина. Водопад, да. Водопад, да. Посмотрите, видно, какой Киев. Киев. Настоящая картина релаксации. Спасибо. Здесь можно просто отдыхать. Да, вот так, нет слов. У тебя мысли нет, у тебя так, знаешь, глаза. Ти-тинь. Люстры дорогие. Вот нет ни одной вещи, знаешь, магазин все по 10. Не, не видела, да, такого, потому что это сказка. Не встигла Оксана намилуватися своєю новою оселею, а її вже запрошують на сніданок багатіїв, який спеціально для дівчини приготувала хатня робітниця. Ого, яка красота у нас тут. Та не все, що гарно виглядає, смачне. Дієтичний сніданок, який щодня їсть блонда, зовсім не до вподоби Оксані. Напевне, дівчина гадала, що їстиме ікру ложками, а тут зелень та помідори. Це що за фігня? Поїла салатик? Хочеш їсти, попій води? Умри через три дні. Заворотки, що отримав, до свидання. Що це таке? Наїж тобі козочка маленька, жири собі помідорчики, пару херні всякої, наїлася і ту чортова мать. А що це за хрень? Не знаю.
Ось і перше розчарування від розкішного життя. Так і не поснідавши, Оксана залишилася невдоволеною та голодною. А Олена в селі вже знайомиться зі своїм новим будинком. Это вообще ужас. Как так можно запустить? Что это за херня такая? Ай-яй! Ручки мы с дороги не моем. Принц, зачем оно надо? Действительно. Бля, там, по-моему, уже что-то живет такое. Господи, кастрюли, сковородки. Так, я пошла в туалет смотреть. Давайте, противогаз, что там у вас какие-то спасательные таблетки же у вас имеются. Да можно я здесь, пожалуйста? Туалет не чистился уже, наверное, как минимум всю жизнь, потому что там просто 300 литров дерьма. Я туда не могу вообще, не могу туда все это делать. Олена шокована, хоч і намагається не подавати виду. Це вона ще будинку не бачила. Та ні, ну це жесть какая-то, как тут точно не живуть люди. Ой, тут что-то описал одеяло, я не могу на это лечь. Я вообще, когда первый раз зашла в ее дом, я вообще не поверила, что там вообще кто-то живет. Что вообще в этих условиях вообще можно жить. Как она парня может притащить вот сюда вообще? Он же сбежит и всему селу расскажет, и потом будут ходить люди и тыкать пальцем. О, Господи, что это? Ну и как, конечно, здесь отдыхать, я не понимаю вообще. Это, конечно, все охренеть, как жутко выглядит, и вообще это непонятно. Что это такое? Наверное, Ксюха оставила. Со своими ухажерами. Бестия. Можно иметь какой-то дом, да, там небольшой, недорогой, маленький, такую лачушку, но лачушку хотя бы такую, чтобы из пола не вылазили всякие жуки-пауки и 20-летние труснячки не валялись у тебя на постели. Поки розгублена дівчина-блонда намагається облаштуватися в жахливих умовах, у столиці в гості до Оксани завітав двоюрідний брат Олени. Мене зовут Ваня. Мене зовут Оксана. Дуже приємно. Присаджуйтесь. Так, та дома як у себе чувствуєте? Да? Очень красивий мальчик. Нет, ты в селе найдешь парня, у которого там укладка на голове, да, костюмчик такой. У нас костюмчик либо на похороны, либо на свадьбу. Все. Откуда? Ой, не так далеко. Как не так ты? Далеко, на самом деле, от Киева. Я живу за 30 километров от него. Это село Великий Дмитровичи. В какой стороне? Новобуховская трасса. Хорошее направление. Хатка хаткой, но стоимость земли у вас. Да, но это все знают. Это все знают. Там гектар земли, там делаешь. У вас гектар земли? Да, к этому дому прилетает. Ну, так, мне кажется, гектар земли можно, наша можно поменять на нечто подобное в Киеве. Тебе рассказывают, ты типа такая умная, такой тупой себя чувствуешь, да, ни одной мысли вообще. Сидишь, думаешь, боже, не облажайся, не обострись, а, пожалуйста. Ну, тебе сколько лет, прости? 28. Работа, хобби, семья, дети. Семья, дети нет, работа, хобби – это все, что я делаю на огороде, все, что, чем я занимаюсь, мои коровки, мои козочки, мои гуси, вот это вот все это мое. Почему вот. Семьи нет? Ты ну же, как, смотри, ты я тетка, да, дело не в работящести, девушка. Спасибо, хоть за симпатичную, хоть не квазиму дают. Короче, в селе нема хлопцев. Ну, как это? Ну, так вот, понимаешь, в селе что, все гасятся, там заливают сливы. В данной ситуации, в эту секунду, в эту минуту я не вижу для себя… В ней женщина вообще. У меня у бабушки село находится 160 километров от Киева. Это во много раз дальше. Я приезжаю, молодежь повесила себе спутниковые антенны. Они смотрят какие-то спутниковые каналы. Они ездят в Киев, в районы, покупают какие-то книги, журналы. Что мешает вам купить в месяц одну книгу или две, там, да. Год, три, и читать? А время есть? Да, это оправдание, там, что у меня дома я имею отношение только с коровами. Какая разница, как я с ними разговариваю? Я живу в колхозе, и кроме колхозников, таких как я, никого не вижу. Ну, колхозники тоже люди, и будь им примером. Я надеюсь, что попав сюда, попав в какую-то атмосферу, ты все-таки оценишь это, и попав туда, ты не расслабишься, не уйдешь в какие-то запои со своими там ребятами, друзьями. Запой – это первое дело. Вот видишь, нет желания стараться вот, избавиться от, скажем так, вот этой преследуемой кармы призрака колхоза, села. Это вот неудача. Брат Олени намагався розказати Оксані, що з будь-якої ситуації є вихід. Та серйозної розмови не вийшло. Говорити з дівчиною все одно, що горохом об стіну бити. А тим часом у селі до блонди завітала мама Оксани. Здравствуйте. Мене зовут Оксана. Мене Лена, чим приємно. Ну все, будемо знайомі. На цих больших каблуках
в этой шляпке, в этой зоне вообще несовместимо. Дівчина-блонда вирішила не гаяти часу і одразу поговорити з мамою про наболіле. А що у неї взагалі на лічному фронті? От, тому що мені теж 28 років. Я теж не замужем, у мене немає дітей. Вот. Это очень сложно, потому что иногда по вечерам вот такая вот я вся красивая, вся в Диоре, сижу вечером у себя в своей красивой квартире, на своей красивой кровати. Не верю, я не верю. Не верите? Не верю. Поверьте мне. Вы знаете, как тяжело, когда ты понимаешь, тебе так жрать хочется, ты так хочешь жрать, но ты не можешь жрать эту сосиску вкуснейшую или этот сумасшедший кусок мяса, потому что ты понимаешь, что завтра вот этот вот целлюлит сыграет тебе не на пользу, потому что завтра будет находиться на пляже 23 тёлки, которые будут охеренные, с огромными силиконовыми сиськами, с упругой жопой, а ты будешь идти в бассейн, и никому ты не нужна. Олена настільки захопилася розповідями про столичні звичаї, що не давала мамі сказати ані слова. Я взагалі хочу сказати, що мужчин нужно использовать. Окей, хорошо, если у Оксаны нет парня, который может купить ей квартиру или машину, или вторую машину, или отправить куда-нибудь на своем чартере отдыхать на какие-то острова, есть возможность пригласить какого-то мальчика, ее любовника, с кем она спит. Да это исключено вообще. Почему нет? Она с ним может поговорить, чтобы он помог ей по огороду, помог ей по дому. Если для тебя это какая-то нормальная открытая тема, то для нее это совершенно закрыто. Почему нет? Нужно все же использовать как бы с пользой. А у нее нет такого использовать. Она сама должна, сама все. Если у меня отношения с мужчиной, и он мне подарил машину, я только рада. Почему бы и нет? Это конечно, дари мне машину. Для нее это какой-то подвох, непонятно, чем это закончится. А подвох с мужчиной? Зачем вообще они тогда так нужны? Зачем они нужны вообще? Мне кажется, что они спят ни с кем. Ну нет, ну как это не спит? Мама Оксани шокована від того, як у столиці виживають модниці. Жінка переконана, що її донька ніколи в житті так не чинитиме. Дело в тому, що Оксана совершенно другая. Вона абсолютно не сторонник подарків, не сторонник переспати за подарок, все остальное. А в Києві Оксана вперше в житті йде до салону краси, де їй робитимуть процедуру, яку після 25 років робить собі кожна заможна панянка. Мезотерапию обличчя. Ну что хочу сказать, да, гусиные лапки присутствуют, присутствуют морщинки в области лба, намечаются носогубные складочки. Все это сейчас будем корректировать обязательно. Есть места, в которых больно очень. И очень, и очень. Это потом будет все очень-очень красиво. На самом деле процедура, конечно, неприятная, но она далеко не так болезненна. Скорее, это больше реакция на стресс. Хотели быть красивой, как вы хотели быть молодой, без таких вещей. Это невозможно. Следить за собой нужно обязательно, чтобы потом не было так больно. Нужно делать все вовремя и регулярно. Это не просто больно, это очень больно. Нечестно. Я не хочу больше еще раз так ложиться и такое испытывать. Никогда в жизни своей, понимаешь ты это или нет? Столько слез пролить из-за того, чтобы где-то у него морщинка по коже выползла. Не хочу, честно. Ни один мужчина не стоит для того, чтобы так вот никакие подарки, никакие там еще кто-то. Оксана знала, що краса потребує жертв, та на такі вона не була готова. Таким різним для обох дівчат був перший день випробувань. І вже завтра на них чекають нові завдання. Настав другий день експерименту. Сьогодні у селі Олена має приготувати обід та подоїти козу. Її бюджет – 0 гривень. Та перед тим, як приступити до виконання завдань, дівчина-блонда вирішила прийняти душ. Щоправда, у польових умовах. Ой, о Боже, я зайшла. І це все відбувається зі мною. Боже, грязнейшая вода просто. Летний душ вообще, как можно не поставить летний душ? Ну, видимо, Оксана не моется. О Боже! И вот так вот я это делаю здесь. Помогите! Что вы там, я знаю, что вы заглядываете на мой зад там уже. Пошла я в свой номер отдыхать.
Олені якось вдалося помитись, і вона пішла переодягатися. А тим часом у Києві Оксана також отримала свої завдання. Отже, у другий день столичного життя дівчина має піти на роботу замість Олени і відправитись на шопінг разом з найкращою подругою дівчини. Її бюджет на сьогодні – 2000 гривень. Оксана доволі швидко зібралась і поїхала замість Олени на запис нового телевізійного шоу. Дівчина впевнена, що з цим завданням вона впорається з легкістю, адже, на її думку, робота телеведучої проста і навіть примітивна. Стоїш, кривляєшся перед камерою, у тебе текст тут де-то какой-то йде, суфлер з будки гавкає, розумієш, і ти така... Губи уточка така... Я говорю подводку, да. Потом я говорю, это программа «Битва...» То есть это сначала, грубо говоря, это программа «Битва полов», ее ведущий Владимир Остапчук, и ты говоришь, Оксана Табачинская. Да, и сегодня мы поговорим, вот ты продолжай дальше. Я готов. Разгон. Можем. Есть у меня одна знакомая, которая говорит, ну как же я в красном платье, с красными ногтями, на красной машине на зеленый свет поеду. Это программа «Битва полов» и ее ведущий Владимир Остапчук. И Оксана Табачинская. Сегодня мы поговорим на самом деле о том, подожди, что подожди, такое подожди, женщина. Подожди, да. На самом деле, не-не, подожди, это слова-паразиты, их сразу исключай. Окей. Нельзя, нельзя. А правда ли то, что женщина на самом деле... На самом деле... Да, паразиты не надо, не надо использовать, ты же ведущая. Сегодня мы говорим о женщинах за рулем. На самом... Мам, деле, правда ли? Что? Сидит дядя, который тебя пытается задавить интеллектом, причем серьезно, да? То есть это был монолог и звездный час как раз вот Вовы этого. Вы уже набросали миллион аргументов. Ну, это твои мысли, ты их набросал, ты их можешь... Ну так сядь, произвести. Мы тебя не будем ты трогать. Ты не тем языком, вообще сядь можно... Сядь и напиши свои мысли, вот и это бла-бла-бла-бла-бла, знаешь, это вот такой вот монитор, тебе он даже не нужен, ни суфлер, ни монитор, ничего. Ты сам себе придумываешь, Так это и есть работа телеведущего. И так далее. Работа телеведущего, это не говорящая голова. 28... Оксаночка, ну я давай, понимаю. Пожалуйста, ну мне спешить я уже не знаю, надо. Ты можешь понять, вот я не знаю, вакуум вообще... Посиди, подумай. Тема нашей сегодняшней программы – «Женщина за рулем». Без нашей. Тема программы… Сегодняшней программы. Тема сегодня. Это программа «Битва полов» и ее ведущая Владимир Остапчук. И я, Оксана Табачинская. Тема нашей… Это программа «Битва полов» и ее ведущая Владимир Остапчук. И я, Оксана Табачинская. Сегодня тема программы «Женщина за рулем». Правда ли или миф? Я не знаю, правда или миф, я не знаю, честно. Так никто не знает, об этом мы поговорим в нашей программе. Да. Після 20 невдалих спроб записати підводку, Оксана все-таки змінила свою думку про роботу телеведучої. Це тяжелий труд. Ти не знаєш, як говорити правильно, неправильно, ти теряєшся, куча камер, да? Чесно, я справлюся, обіцяю, я извиняюсь. Не тільки без злості, там не треба свечечки, там, я не знаю, там, чесно. Это программа «Битва полов» и ее ведущий Владимир Остапчук. И Оксана Табачинская. Тема сегодняшней программы – «Женщина за рулем». Было? Было. Мне кажется, что было. Было. У-ху! Я облажалась тут по полной программе. Я не смогла, потому что ни одной мысли не было. И ты понимаешь, что а ты тупая, как пробка. Оксана не впоралась із завданням і вирішила, що робота телеведучою – це не її. А тим часом у селі Олена готується виконати перше завдання – приготувати обід. Боже, я взагалі в шокі, тому що знайшла тут опасочок. Зробила собі салат, не знаю, навіть якщо смисл це все чистити, ну ладно. І воду, поставити воду. А де спички? А от. Я просто взагалі как бы, нет опыта на самом деле, з газовими плитами, і я не знаю, як вони працюють. Ну, знаешь, надо открыть, но его нет. Как я это? Вот туда надо идти и включать его? А насколько его нужно открывать? Чтобы сейчас не рвануло же. Это же надо так хотеть жрать, чтобы, блин, рисковать своей жизнью. Ай, давай уже зажигайся быстрее. Вот оно пошло. Пошло. Господи, мамочка. Тараканы там вот такенные. Господи, это ужас. Чуть не свернула, блин, там. Я не пойду туда больше. Господи, у меня прям как в репиде все происходило вообще. А я еще такая за салатиком тянусь, такая. А там их двое, они такие, но главное, своими шевелят в разные стороны. Один еще не перевернулся. Ну, это жесть вообще.
Побачивши таргана, Олена була шокована і не змогла повернутися на кухню, тож залишилася голодною. А в Києві Оксана продовжує смакувати розкішне життя. Дівчина йде на шопінг до одного з найбільших торгових центрів, де на неї вже чекає подруга Олени. Здравствуйте. Привет. Привет, меня Оксана зовут. Меня Юля. Очень приятно познакомиться. Да. Обычно вещи я покупаю на рынках только. Это может, кстати, быть очень интересно. Оно будет очень женственно. Давай, ты возьми это платье и померяй. Давай. Размер 14? Да. Я его на нос натяну. Слушай, ну если мы не можем найти какой-то размер, то тебе шо? Ничего не подходит. Может, нужно пойти... В зал? Слушай, у меня такой тренажерный зал, дорогая моя, с утра до вечера, с 5 утра, когда ты еще спишь сладким сном, в масочках там огуречных. Как говорят, человека да, из села можно вывести, а село из человека сложнее. Не знаю, не везет. Нету твоего размера, ну нет таких больших размеров. Ты что, прикололась? Да нет, ну серьезно. Это колкость была, я не поняла. Это факт был. Нету 16 размера. Слушай, ну так это факт, наверное, не в том, что мне надо перестраиваться, а может просто поискать другой фасон с другими размерами, давай, как вариант. Давай. Еще один магазин с тобой я не переживу никогда вообще в жизни своей. Ну, если ты хочешь как-то, ты хочешь как-то интегрироваться, да, в столичную жизнь, и что? А ты думаешь, это не подойдет? Не а мне кажется, под все нет. Подойдет вообще абсолютно. Нет. Что это розовое? То селя мои такие розовые. Ого. Да? Что-то выше, что-то выше надо одеть. Не надо мне ничего выше одевать, что ты так хочешь. Ну, это, в общем-то, конечно, нужно снять побыстрее, желательно с трусами вместе. Ну, это пипец был, серьезно. Еще один бутик, я бы ее придавила бы где-то под теми вещами, лавочками. Не слушала вообще, что я хочу одеть. Я хочу то, я тебя вижу в классике, давай откроем. Не было компромисса, вообще не было. Ты вообще не воспринимай так, я стараюсь тебе помочь, как бы, ну, то есть посоветовать там тебе, что ты воспринимай, как бы, ну, ты можешь потом принять, не принять, потому что, ну, вот... Чуть-чуть, знаешь, не то. Чуть длиннее шорты, чуть длиннее майка. Шорты набедренные, они носятся на бедрах. Понимаешь, набедренные носятся на бедрах. Ты мне рассказываешь, что море... Нет, я тебе рассказываю, ну, потому что я же не в трусах начинается. Розовых пришла. Но тем не менее, да, они нет, мне вообще нет. Мы можем его сделать и так. Но ты просто ты фильтруй, потому что у тебя нету немножко грани. То есть я же такого не говорю, как бы хотелось, на личность переходить быть. Начинаешь ты. То есть меньше пафоса, потом. Не знайшовши спільної мови і так нічого й не придбавши, дівчата йдуть з магазину. А тим часом у селі голодна Олена опанувала себе і продовжує виконувати завдання. Дівчина має подоїти козу. Красуня ніколи цього не робила, тому і покликала на допомогу сусідського хлопця Івана. Боже, це взрослена. Ну, її ж доїть. А ти вмієш це робити? Так, да. Доїть, як корову. Как корова. Может, я хоть тенек какой-нибудь оттарабаню? Родненькая, давай, давай, давай. О, она мне написала на ногу, боже! Да, конечно, правда, Майкл Корс, мои босоножки. Но она на городского и как бы даже на иностранного жителя похожа. И где-то там место на пляже, ну, туда, где-то там, где песок. Что-то я не могу ее подойти. Ага. Слушай, помните? Просто верхними зажимать, чтобы молоко не уходило вверх, а нижними придавливать. Ага, вот так. Берешь эти дойки, и они как-то, не знаю, на подсознательном уровне, как-то ты не можешь их сдавить сильно, потому что, ну, как-то из эстетических соображений... Не хотелось бы давить за ее соски, все-таки это же грудь как-то. Как ее зовут? Аза. Аза. Давай, родимая, давай. Ну, помоги мне. Видишь, не справляюсь. Всего не для нее. Это не ее стиль, как бы. А, господи. Подожди, не смотри. Тихо, что ты меня укусила прям туда. Ай-яй-яй-яй. Все в порядке. Не хочет, да, она? Ну, давай тогда мы возьмем то, что у нас получилось. Похоже на коровье.
Или оно реально другое? Оно похоже, но тут больше мікрочастичок. Ось, оно как бы полезно. Здоївши лише 100 грам молока, Олена вирішила не мучити ні себе, ані козу. Блонда не справилася із елементарним для сільських дівчат завданням. А тим часом у Києві, в одному з наймодніших столичних ресторанів, подруга Олени намагається залагодити конфлікт із Оксаною. А що це за шампанське? Дорогое, хороше, сухое шампанське. А наскільки дорого? Ну, от конкретно сума, мені цікаво. 1500. Поставила мені шампанське за полторушку, там до двох доходить. Говорит, ну як тобі? Воно мені в горлі стало, ти мені, як мені? Моя там місячна зарплата середня, да? Ну как мне, да хуй. А можно нам уже дать устрицы? Давай попробуем. Да, я просто тебя через полчасика. А, серьезно? Если пальчики через полчасика? Да. Хорошо. Замечательно. Хорошо вообще. Она не вызывает аппетита реально. Ой, а ты знаешь, как правильно едят устрицы? Наука, ты понимаешь? Их надо крутить против часовой стрелки, заливать винным особым юхосом и лимончиком сверху. Подожди, а это варят вообще? Это они хоть, ну, какое-то? Нет, 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 это все, вот они как есть, так и... Я ем сырое. Да, кстати, да. Непривычно, но невкусно для меня. Я не ела бы такую еду дальше. 6 устриц лежит, ты нажрешься реально? Ты наелась? Да, конечно, я больше не хочу. Она говорит, ой, я хотела тебя поразить, ты меня поразил 3 килограммами нахрен шашлыка. Мне кажется, это, конечно, такое столкновение двух миров достаточно было. Для Оксаны резко такое, резкое погружение. Как у вас девушки, чем привлекают девушки мужчин? Обеспеченных. Столичные девочки делают все, что угодно. Тут от и до. Спа, ухаживают за собой, массажи, косметологи и так далее, парикмахер. То есть, да, все. Это не жизнь. Ты живешь для того, чтобы подстроиться под кого-то. Для того, чтобы... О чем жизнь? Смотри, ваша жизнь проходит. Определение, ваша знаешь... жизнь проходит в бренд, тренд, бла-бла-бла. Я заработала бы сама. Мне не нужно было бы искать мужчину, одеваться, там, я не знаю, что-то с собой делать, худеть, тренировки, бла-бла-бла. Это нереальная жизнь. Никто из них не знает, что такое за пределами своей квартиры пойти и заработать самим. Конфлікт так і не залагодився. Тож Оксана залишилася незадоволеною ані спілкуванням із подругою, ані частуванням. Другий день експерименту закінчився. Сьогодні у дівчат було більше невдач, ніж перемог. І невідомо, які випробування чекатимуть на них завтра. Настав ранок останнього дня. Сьогодні Олена має нагодувати курей і влаштувати вечірку для найкращих подруг Оксани. Її бюджет на сьогодні – 250 гривень. Красуня вирішила не гаяти часу і одразу ж приступити до виконання першого завдання – годувати курей. Та навіть у курник столична краля без розкішного макіяжу та високих підборів ні ногою. Кури повинні добре розуміти, з ким мають справу. Так, тільки мені тут Джекі Чана не треба встраювати, де цей півник. Алло. Господи, тільки спокійно, все в порядку. Я розумію, ти хазяїн тут, ну дай мені зайти на секунду. Молодец. Типа. Давай туда вали. Давай, вали туда уже. Давай. Ты, это вообще просто нереально жестко. Курей я не боюсь, я боялась этого петуха, потому что петух хотел меня там, видимо, ему некомфортно было, что я его в курятник тут зашла вся такая в брыле. Типа, пожалуйста, я уже не могу тут. Нереально сложно. Но я, честно говоря, вот сначала я думала, типа, да короче, там, это ваша работа, вы там можете это делать. Ну, це нереально складно. На третій день життя у шкурі Оксани дівчина-блонда зрозуміла, що сільська праця є надважкою для неї. Реально, Оксанке на самом деле складно. Цілий день ти не бігаєш на біговій дорожці, і ти не займаєшся в фітнес-залі, а ти херачиш тут з утра до вечора в курятнике, в коровнике, пасеш коз, пасеш це все. У тебе нет душу, нет кондиціонера вдома, тому це дуже складно все це робити. Вообще жесть какая-то. Это даже никуда не уехать, ни на какой отдых, там хотя бы куда-нибудь в Крым или в Европу. Ты же не бросишь это все, как это все бросить?
Білявка навіть не могла подумати, що за три дні вона так утомиться, і реалії сільського життя по-справжньому засмутили дівчину. А на Оксану в Києві сьогодні чекає день відпочинку. Дівчина цілий день проведе в салоні краси, щоб увечері піти до найкращого столичного клубу. Її бюджет – 2000 гривень. За сільською працею Оксана зовсім забула про те, що дівчині потрібно дбати про себе. Вона навіть масок з огірка ніколи не робила, а про те, що персонал одного з найелітніших салонів буде крутитися лише навколо неї, навіть подумати не могла. Дівчині вже зробили пілінг та розслабляючий масаж. І настала черга робити зачіску та макіяж. Мої волоси не до поліття окончательно, окей? Только не надо оттягивать так волосы, потому что выдерете. Вы же не с каждым клиентом так стоите и дерете кодло, правда? Ты пришла, девочка, значит, ой, у меня диплом, Лондон, там все такое. При этом ты дерешь мне клок волос. Тебе платится тоже бабло, ты мне не на шару это делаешь, да? Должен относиться к работе и быть профессионалом, но не драть пол головы, выдирать. Дівчина зовсім не задоволена роботою стилістів. Невже так мають обслуговувати вже майже столичну кралю? Ты мне два раза припалила ухо, на третий раз ты мне оттягиваешь волосы, на четвертый ты мне их начинаешь потратить. Ну, ты же воспитанная. Вот. Нет, воспитанная ты у нас, а я хамка, я могу набить его. Она драла волосы, я возмущалась, и вообще она не понравилась мне. Тоже мне. Эсмеральда. Схоже, Оксана добряче вжилася в роль примхливої панянки. Та попри те, що дівчина постійно сварилася зі стилістами і чіплялася до них, вони закінчили свою роботу. Тож Оксана поїхала перевдягатися. А тим часом Олена в селі вже накрила на стіл. На всі 250 гривень свого бюджету дівчина-блонда замовила суші з самого Києва, аби вразити подругу Оксани. Дівчатки, я тут! Ура! Идите ко мне уже скорей. Так, я вам сейчас, девочки, наливаю и знакомимся. Мадам Лена. Тамара. Тамара. Лена. Аня, очень приятно. Девочки, давайте быстренько раз-раз и... Ну что, медленно нельзя? Нет, я же люблю помаленько сначала, а потом уже налью полный бокал. Ты каждый, а у нас тоже ешь. С чем пришли? Дай тарелку. Это не тарелка. У Оксаны очень сложно вообще. У нее нет ни тарелок, у нее нет ничего. Мне вообще кажется, что Оксана это вообще мужик, если честно. Почему она так живет? Что ты так придумала? Вы же видели ее двор, ее улицу. Как она вообще так может жить? Девочки, я предлагаю вам угоститься вот нашими чудесными сушами. Да тут такие жабы. Я боюсь эти суши есть. Я знаю, что туда крутят, что попало. Готовить вона не може. Ніфіга вона робити не може. Оділася як кукла. І тут мені козні строїла. Схоже, дівчатам зовсім не до вподоби частування Олени. Та ще й у сільських модниць є претензії щодо зовнішнього вигляду дівчини-блонди. Певне, у селі навіть наймодніші красуні так не одягаються. Так затягнуло, що аж цицьки вилізли вперед. Ну, правильно, що в нашій житті головне? Цицьки і жопа. От мене любіться, от я така. От і сіськи накачала і сидить. Ну, да, естественно, що буде. А муж є у тебе? Нету. А тобі скільки років? 28. Стара ти вже. Та нічого страшного, я себе галіорончик накалю, ще 5 років молодості добавлю. А тут ти нічого не додаєш, бо ти ж дитину не зможеш родити. Так, знаєте, зараз з цим ділом дуже легко. Як? В Лондон летиш, лежиш там в больниці, там пробірочки, все це робиться. А гроші скільки беруть в Лондоні? Ну, по-моєму, за одну где-то около 100 тисяч доларів. Це щоб що за сумку? Ну, щоб ребенок був. За такі великі гроші треба їхати туди, щоб тобі всунули. Ну так, що ж треба поїхати. Так нас в Україні мужики ще є такі, що всунуть. Що в тебе є взагалі? Тебе квартира є. Мужика немає, дітей немає. Ні. Тобі 28 років. Да. Ну. А що ти добилась 28 років своєї житті? Я от 28 років добилася. У мене був і муж, була квартира, були і діти. А ти в 28 років, що ти добилася? Я просто... Дискотеків?
Нет, ну дискотеки это такое. Так я даже 80 лет собираюсь свое удовольствие. И кто на тебе тоді подивиться? Если тебе зараз мужика немає, а тоді хто на тебе подивиться? Ти скажи. О, ні, ну я думаю, что посмотрят на меня однозначно. Може. За чего? Это жопа, это просто жесть. Это невозможно выдержать. Я, честно говоря, удивлена себе, как я могла столько времени провести с ними, проговорить спокойно, без эмоций, но это ужас. А для женщины задача вообще жить свое удовольствие. Быть женщиной, быть счастливой, любить мужчину, чтобы он любил его. Женя, ты глупая женщина. Правда, вы так думаете? Одним слопом я сказала. Правда? Вы так считаете? Клянуся. Вечір вийшов не дуже вдалий. Подруги накинулися на Олену і нормально поспілкуватися з дівчатами красуня так і не змогла. Подивимося, чи вдасться Оксані знайти спільну мову з київською тусовкою. А де наша мадам? Не знаю, не знаю. Я тут Оксана. Привет, Оксана, Наташа. Приятно. Мои подруги. Это как бы считается самый крутой клуб города Киева. Тут как бы обязательно нужно пройти фейс-контроль, как бы. Я не пройду. Вот здесь сняла шаль, мне кажется, было бы немного лучше. Пожалуйста, а если когда-нибудь что красиво перекидывай через ручку. Ты же элегантная девушка, одетая в вечернее платье. Соответствует. Я не знаю, какой она человек, но выглядела она абсолютно непривлекательно. Схоже, Оксана не змогла справити враження на столичних краль. Але вечір тільки починається. Я готов. Хорошо, посмотри вокруг. Тебе нравится кто-нибудь из... Ты сидишь и пытаешься меня унизить, но не на ту напали. То есть тут не тот случай. Тут я и нахуй пошлю, еще пусть радуются, что вообще с волосами осталось. Ничего не слышно, ничего. Меркантильні подруги так роздратували сільську красуню, що вона вирішила негайно покинути нічний клуб, аби не влаштувати скандал. Ви мене извините, я там не намерена ні возвращаться, ні общаться з таким кодлом. Сидить панти колоти, да с її дом, извините, только коров, понимаешь? И вся та пи***та братья, которая сидела у той линзы, у той сиськи, у той жопа. Схоже, Оксана не відчула смаку багатого столичного життя. І на такій невеселій ноті закінчився її останній день у шкурі Олени. Три дні випробувань завершено, і дівчата з нетерпінням чекають на повернення в звичне для них життя. Але перед цим вони мають зустрітися і нарешті познайомитися одна з одною. Коли за знайомство вже лічне. Дуже рада, що наконец-то зустрітились. Другого я не чекала. Аксесуар такой, вот к богатому мужчине. Какие-то моменты, которые вот тебя, может быть, и научила жизнь в моей шкуре. Там для меня не увидела ценностей каких-то, да. Вот. Людей, которых бы я хотела бы в своей жизни дальше встречать, я не увидела. Наша любимая подруга, устрица Юля, Яна, как вот эту... Юля Никитина. Привела бедную якобы девочку, в дорогой ресторан. Вот это вот пыль майот, там не майот. Реально не все так живут, понимаешь? Люди батрачат за маленькие копейки. Вот это реальная жизнь. Реальная жизнь – это когда ты живешь и просто счастлив. Нужно учиться просто быть счастливым. А мне только сложилось впечатление, что все люди, которые я встретила у тебя дома, это далеко не счастливые, не образованные, грубые, не отесанные какие-то тетки, честно. Эти тетки, которые в любой момент меня поддержат в любой ситуации. Я приехала для чего? Убедиться в своей жизненной позиции. Но правильным я путем иду или нет? То, что я делаю, это абсолютно правильно, это чисто. Я не понимаю, с каких это пор вообще, как там подруга одна из твоих сказала, а вот эти часы мне подарил там кавалер за что-то, да? А с каких это пор за вот это вот что-то начало уважаться? Нужно жить просто и спокойно. У меня, извините, пардон. Но если мужчина, я с мамой твоей говорила об этом, что если мужчина, например, тебе дарит шикарный подарок, почему ты должна от него отказываться? А самой заработать слабенько как-то? Ну, вот. А женщина вообще изначально не должна работать. Мужчина не должен дарить подарки. Что значит не должен дарить подарки? А кто это будет делать? Девочка должна быть девочкой.
Ну, что это за аргументы такие? Девочка должна быть девочкой, сидеть и получать подарки от мальчиков. Это единственное то, чему она меня хотела научить в жизни. Нужно просто быть очень сильным человеком. Ты сильный человек, только, мне кажется, в другую сторону. Это мужчина в теле женщины. Ты все воспринимаешь в штыки и не принимаешь чужого мнения. То есть мне кажется, что для тебя не существует чужого мнения, только твое. Вот мой личный опыт, это мешает жить очень сильно. Мое мнение остается моим мнением. В своей жизни я руковожусь только своим мнением, исключительно. Я не хотела бы прожить ее жизнью. Но понравилось чем? Чем тем, что ты не думаешь, где тебе достать деньги, что ты будешь делать ремонт. Для меня это человек потерянный. И бедность здесь ні при чому. Бідність – це в Індії, а здесь це не бідність. Уперше за історією нашої програми сільська красуня залишилася незадоволеною багатим життям. Дівчина переконана, що живе правильно і, схоже, не збирається нічого змінювати. Цей обмін життями вплинув на обох учасниць. Але для селянки Оксани він став початком фантастично нового життя. Хоч на зустрічі із дівчиною-блондою вона принципово відстоювала свою позицію щодо самостійності та незалежності жінки від чоловіків, доля написала для неї зовсім інший сценарій. Буквально через 2 місяці після закінчення проєкту сільська панянка вийшла заміж. І не за аби кого, а за олігарха з Йорданії. Да, я вийшла заміж. Мой муж имеет компанию, которая обеспечивает медицинскими там препаратами, медикаментами по всем Арабским Эмиратам. Я очередной раз марширую по Майдану, вижу вот такой вот мужчина. Не я начала говорить первой, а начал говорить он. Мы, конечно, ходили по всем ресторанам города Киева. Говорит, у тебя там туфельки исходили, сидим тебе новую. Вот так вот, идя по Майдану, там где космические цены на обуви, на все остальное. Мы так оделись, обулись за 5 дней знакомства. И вот когда он уже вернулся домой, он говорит, а я хочу вот на тебе жениться. Свадьбу мы праздновали в 2 странах. Первая свадьба праздновалась в Омане. А в Украине свадьба была в ресторане. Обычная свадьба. Мой муж в состоянии обеспечить меня, всю мою семью, ну, наверное, все село тоже, в том числе. Оксана швидко забула, що таке торгувати на базарі квітами та отримувати копійки. Сьогодні головна її робота – любити чоловіка, який за це в боргу не залишається. А мой муж подарив мені дом. Просто так, взяв і подарив. Цей дом виглядить в 3 этажа. У нас есть обслуживающий персонал, кроме охраны, там, да, и садовника, есть еще девушка, которая занимается стиркой, глажкой, мытьем, абсолютно всем. То есть я вот к этому я не касаюсь. Каждый шопинг может доходить до 10 тысяч долларов. Шопинг у нас и в Милане, шопинг у нас и в Стамбуле, шопинг у нас и в Дубае, шопинг у нас и в Омане. Отже, головна мета сільської красуні, вибачте, справжньої панянки – досягнута. Дівчина знайшла своє кохання і навіть стала законною дружиною медичного магната. Я ж не искала спонсора, я в принципі об этом не думала. Я думала змінити как-то жизнь після програми, після общения з Леною, улучшить її. А якщо ти очень чого-то хочеш, то обов'язково з тобою случиться. Само случилось.